Что ж, давайте мы с вами продолжим. И следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, и это 126-я страница ваших конспектов, это использование слова «познать» или «знать» в Новом Завете. И в Новом Завете мы находим три разных греческих слова. И первое слово — это «эпистемай». Здесь вы видите транслитерацию этого слова. И это слово подразумевает и указывает на научное познание какого-либо факта, знание, основанное на логических умозаключениях, знание фактов, которые можно продемонстрировать. Скажем, есть какая-то математическая задача, и вы тратите какое-то время, но в итоге приходите к ответу, решаете эту задачу. И после этого вы можете сказать, «Теперь я знаю ответ», и, скорее всего, вы будете использовать слово «эпистемай». Второе слово — это «геноско», и вместо «о» на самом деле стоит буква «омега», поэтому это более долгое «о». И «геноско» отличается от слова «эпистемай». Оно подразумевает познание на опыте, когда речь идет о познании в контексте каких-то взаимоотношений, познании на опыте. И есть еще третье слово, говорящее о познании, это слово «ойда». И здесь также подразумевается интеллектуальное познание, как и в случае со словом «эпистемай». Но здесь не обязательно речь идет о научном познании, когда предоставляются какие-то доказательства, свидетельства для того, чтобы подтвердить свои знания, показать аргументы, удостоверяющие, что вы действительно знаете, о чем говорите. Ойда, скорее всего, подразумевает простую рассудительность, когда имеется некое представление о фактах. Даже это слово можно использовать в том случае, когда кто-то что-то знает интуитивно о каких-то определенных фактах. И в этом случае как раз будет использоваться слово «ойда». Я не думаю, что слово «эпистемай» в Новом Завете используется достаточно часто, но вот слово «геноско» и «ойда» вы можете найти во многих и многих стихах в той или иной форме. Хорошо, зачем же я вам все это говорю? Зачем важно знать, что есть несколько разных слов? Вот зачем. Если мы посмотрим, какое же греческое слово используется для понятия «предузнать», то это не будет слово «проэпистемай» или «проойда». Это слово «прогеноско». И опять же, этимология слова не всегда является ключевым моментом, как мы знаем с вами. Также важно смотреть на то, как используется это слово в том или ином контексте, если мы хотим понять значение этого слова. Но все-таки я считаю важным обратить ваше внимание на то, что в греческом слове «предузнание» используется слово, которое имеет основное значение «узнание на опыте», «узнание во взаимоотношениях». И позвольте мне объяснить, что все это означает. Не только греческое слово «предузнание», «прогеноско», но также и использование этого слова в Новом Завете говорит нам о том, что это слово «предузнать», «прогеноско», на самом деле означает то же самое, что означает это слово в Ветхом Завете. То есть в Новом Завете оно означает то же самое, что и в Ветхом Завете. И вот на основании всего вышесказанного мы с вами можем говорить о том, что мы имеем в виду, и что Писание имеет в виду, а это гораздо важнее, когда речь идет о предузнании. Хотя бы в том смысле, о котором мы с вами говорили. Это слово означает объединиться с кем-то заранее. И вот на «заранее» указывает частица «про» в этом слове. Причем объединиться в действии, которое подразумевает взаимоотношения. Когда тот, кто является инициатором этого объединения, проявляет заботу и попечение о другом.
Поэтому можно говорить о том, что инициатором, определяющим, является Бог в этом общении, помня о Его суверенности, помня о том, что Он познал нас прежде, чем мы познали Его. И мы читаем о том, что Он знал нас прежде сотворения мира. Поэтому на основании всего этого можно говорить о том, что основная идея понятия предузнания в Библии, особенно в Новом Завете, подразумевает не сколько знание будущего интеллектуально, осведомленность о том, что должно произойти в будущем, прежде чем это произошло, но скорее это подразумевает понятие взаимоотношений с кем-то, об инициировании отношений с человеком до того, как этот человек еще рожден. И именно так используется этот термин в отношении спасения. Бог избирает на основании Его предузнания. И это означает, что Он избирает не на основании того, что Он знает заранее о том, что произойдет, что мы сделаем, но на основании того, что Он от начала вечности принял решение явить на нас свою благодать, свою милость, свое благоволение и иметь взаимоотношения с нами. Но это все еще не все, что я хотел бы сказать. Потому что если вы откроете и посмотрите в греческий лексикон, и посмотрите на значение слова «прогеноско», то вы увидите, что есть два основных значения, и необходимо объяснить, что это за значение. И вы можете найти, я знаю, что вы можете найти примеры, когда оба этих значения используются в Писании. И первое значение слова «прогеноско» указывает на интеллектуальное знание. Оно подразумевает, что кто-то что-то знает интеллектуально, знает заранее. И также в греческом словаре, в греческом лексиконе вы можете найти пример, когда слово «прогеноско» используется именно в этом значении. Это второе послание Петра, 3 глава, стих 17. И лично я не нахожу в этом никакого противоречия. Вне зависимости от того, являетесь вы кальвинистом или армянином. Позвольте мне прочитать этот стих, чтобы вы поняли, о чем идет речь. В самом конце своего второго послания Петр пишет: «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём», это означает, что они уже знают об этом, уже осведомлены об этом заранее. И вот здесь как раз стоит слово «прогеноско». «Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». И вот совершенно ясно, если вы прочтете третью главу второго послания Петра, что Петр предсказывает, что в последние времена появятся лжеучителя, появятся люди, которые будут отвергать мысль о том, что Иисус вновь вернется и призовет нас к ответу за то, что мы делаем. Поэтому можно жить так, как хочется. И Петр пишет о том, что может показаться кому-то, что Господь не будет судить, но это ошибочное представление. В конечном итоге Господь вернется, эта земля будет разрушена, и будет сотворена новая земля и новое небо. И посему, братья и сестры, так как вы знаете об этом заранее, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. И совершенно ясно, что здесь используется слово «прогеноско» в значении интеллектуального знания, когда кто-то что-то знает заранее. И этот стих потерял бы всякий смысл, если слово «прогеноско» придавать значение предустановления, предопределения. Когда заранее ставится цель построить взаимоотношения с кем-то, чтобы спасти этого человека.
Но есть и второе значение этого слова «прогеноско». И это значение можно также найти в словаре. И вот второе значение слова «прогеноско» — это «выбирать заранее». И приводится несколько примеров в словаре из послания к римлянам, где используется это слово именно в таком значении. А также приведен пример из первого послания Петра, первой главы, второго стиха. Но мне кажется, нельзя просто так привести тексты из Священного Писания, которые здесь упомянуты, и мы еще остановимся на текстах из послания к римлянам. Нельзя просто привести вот эти тексты из Священного Писания как доказательство, потому что по поводу этих текстов есть определенные сомнения, что они означают именно то, о чем пишут авторы этого словаря. И давайте мы эти тексты прочитаем. Первый текст — это послание к римлянам, 8 глава, стих 29. И я уверен, что вы этот стих очень хорошо знаете. И давайте начнем читать с 28 стиха, потому что для понимания значения этого стиха очень важно представлять контекст. И я также уверен, что вы прекрасно знаете 28 стих. Я думаю, многие из вас смогут процитировать этот стих наизусть. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, и это как раз слово «прогеноско», тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. То есть те, кого Он призвал, пройдут весь путь до конца, и те, кто предузнаны, также будут спасены и будут прославлены. И затем обратите внимание на 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И затем апостол Павел продолжает и объясняет, что никто не может отлучить нас, верующих, от любви Божией. И вот, согласно упомянутому мной лексикону, в 29 стихе, где мы читаем, что кого Бог предузнал, тех Он и предопределил. Вот, согласно лексикону, этот стих следует понимать так, что кого Бог заранее предизбрал для взаимоотношений, тех Он и предопределил к прославлению. Но я думаю, вы понимаете, что нельзя считать лексиконы полностью непредвзятыми с богословской точки зрения. Вполне возможно отнести этот стих Писания к предыдущей категории, к предыдущему значению слова «прогеноско», что Бог предвидел заранее, и потому Он предопределил. Это вполне возможно толкование этого текста. То, что составители этого лексикона решили, что этот стих демонстрирует второе значение слова «прогеноско», свидетельствует лишь о решении авторов этого лексикона. Теперь давайте посмотрим, правы ли авторы лексикона или они ошибаются. Я думаю, что толковать этот стих можно и так, но более правильно, как мне представляется, считать, что авторы правы, что действительно в этом стихе говорится о предизбрании кого-то заранее. И вот посмотрите, почему я так считаю. Мы с вами прочитали 28 стих 8 главы послания к римлянам, где Павел пишет, что мы знаем. Мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу, призванным по Его изволению. Но как возможно это знать, если бы люди могли поступать иначе на основании своей свободной воли и помешать Богу достичь Его целей? И похоже, что Павел здесь говорит о том, что такое не может произойти, потому что в 29 стихе он добавляет и объясняет, как мы можем знать, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога, и тем, кто призваны по Его изволению.
И как же Павел это объясняет? Как же он это доказывает? Потому что тех, кого он предузнал, он их и предопределил. В отношении этих людей уже все предрешено. А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вот, Павел, как ты можешь быть так уверен, что это все произойдет, если те люди, которых Бог предузнал, если речь идет о предвидении, решат поступить иначе? Или, может, Бог даже правильно предвидит, что эти люди действительно примут Христа, но а вдруг потом они решат отречься от Христа? Как тогда можно быть уверенным в том, что эти люди, приняв Христа, будучи призванными, все-таки будут оправданными, в конце концов, и прославленными, если они в любой момент могут отречься? Получается, что не остается места ни для какого отступничества. И затем посмотрите, какой делается вывод в 31 стихе. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Мы можем быть против самих себя, если у нас есть свободная воля. Мы можем выбрать отречение от Христа. Разве у нас нет свободной воли? Да, я полагаю, что у нас есть свободная воля, но не в том понимании, как понимают ее армяне. И мы до этого еще с вами дойдем. И как я понимаю, что вот это представление, что Божье предизбрание основывается на Его предвидении, что мы уверуем, включает в себя понятие свободной воли, человеческой свободной воли, а это не оставляет никаких гарантий. То есть остается возможность, что кто-то, приняв Христа в начале своего пути, потом решит отречься от Христа. Но с другой стороны, если мы с вами говорим не о предвидении, а о предустановлении, то есть о выборе заранее, о предустановлении взаимоотношений, то тогда мне все становится понятно. Все зависит от Бога. И мы действительно можем верить, что все содействует ко благу, любящим Бога, призванным по Его изволению. И тогда понятен 31 стих. Если Бог за нас, то кто против нас? Никто, даже мы сами, потому что Бог все держит в своей руке. И мне представляется, хотя нельзя сказать, что невозможно утверждать, что прогеноска в 29 стихе подразумевает интеллектуальное знание, предвидение, более правильное толкование заключается в том, чтобы считать, что здесь мы видим ободрение для верующих. И апостол Павел использует слово «прогеноска» в значении не предвидения, а предустановления, предизбрания. Что ж, еще есть второй текст в послании к римлянам. Это 11 глава послания к римлянам, 2 стих. И в этой главе говорится о взаимоотношении Бога с Израилем. Особенно в свете того, что произошло, что этот народ не принял Христа. И вот посмотрите, как начинается эта глава. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой, народ израильский? Никак. Это самая сильная форма отрицания, которая только известна в греческом языке. «Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». И вот слово «знал» — это греческое слово «прогеноска». И тут два варианта. Либо Павел говорит, что Бог не отверг народ израильский, который он заранее предвидел, что этот народ уверует, либо Павел говорит, что Бог не отверг народ израильский, который он заранее избрал, чтобы этот народ был спасен. Вот давайте посмотрим,
Если здесь используется первое значение слова «прогеноска», Бог не отверг народ, о котором Он заранее предвидел, что они будут спасены. То есть, согласно вот такому пониманию, остается место для свободной воли, что означает, каковы бы ни были внешние факторы, которые могли бы предопределить ваше решение, вы все равно можете поступить иначе, можете поступить вопреки, пойти в совершенно ином направлении, не в том направлении, в котором предполагали внешние факторы. И если в действительности Божье избрание, Божье предопределение основывается, и если говорить более конкретно, говорить по существу, Павел говорит, что Бог предузнал этих людей, Он избрал их заранее. И тот факт, что этот народ не принял Христа, что он оступился, совсем не означает, что Бог не избрал их, что Бог отверг их. И если мы с вами говорим о том, что Бог предвидел, то, быть может, то, что они преткнулись, и есть в действительности часть Божьего отвержения их. Но если, с другой стороны, Божье предузнание означает, что Он заранее установил взаимоотношения с ними, чтобы спасти их, то тогда понятно, что Бог не может полностью отвергнуть Израиль. И отвергнуть здесь означает не просто забыть на какое-то время. Отвергнуть означает забыть навсегда, не оставить никаких шансов на возвращение, на примирение. И когда Павел спрашивает, неужели Бог отверг свой народ, и затем он сам отвечает на этот вопрос и говорит «никак», причем использует самую сильную форму отрицания в греческом языке, то как Павел может быть в этом уверен, если Божье решение об отвержении зависит от его предвидения того, как поступят израильтяне? Если израильтяне используют эту свободу для того, чтобы продолжать отвергать Бога, то тогда, быть может, Бог будет вынужден их отвергнуть. Но с другой стороны, если Бог решил от начала вечности установить взаимоотношения, утвердить взаимоотношения с этим народом, то тогда то, что произошло за последние 2000 лет, совсем не доказывает, что Бог окончательно отверг народ израильский. И поэтому Павел может так утвердительно ответить на свой вопрос, неужели Бог отверг народ израильский? Никак. Бог не отверг народ израильский. Но теперь давайте посмотрим 1 Петра, 1 глава, стих 2. Здесь все немного сложнее. Однако я думаю, что мы сможем разобраться. И в этом нам поможет рассмотрение контекста этого стиха. И о чем же конкретно я говорю? Вы помните о том, что первое послание Петра написано страдающим верующим, гонимой церкви. И Петр пишет с целью ободрить их, призвать их к стойкости, к верности. Несмотря на то, что происходит вокруг них, они должны помнить, что они спасены. И поэтому неудивительно, что апостол Петр начинает это послание с целью ободрить церковь, ободрить верующих, с того, что напоминает им, что они спасены. Кто-то может спросить, но почему он так делает? Почему он сразу не приступает к раскрытию основных вопросов и не пишет «не сдавайтесь» и так далее, и далее. И я не думаю, что Петр совершил ошибку, начиная послание таким образом. Я полагаю, что тем самым Петр дает понять, я знаю, что происходит в вашей жизни, я понимаю, что все это неприятно, все это трудно, но несмотря на все то, что происходит в вашей жизни, вы, по крайней мере, должны помнить, что вы спасены. И позвольте мне вам рассказать об этом спасении.
«Я хочу, чтобы вы знали, — пишет апостол Петр, — что вы были избраны по предведению Бога Отца при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Затем с третьего стиха он начинает прославлять Бога за то, что Бог даровал нам новое рождение, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Теперь посмотрите, если Петр подразумевает следующее: «Я хочу, чтобы вы ободрились, потому что у вас есть спасение, и, между прочим, Бог избрал вас, потому что Он предвидел заранее, что вы поверите». И вот, предвидев это все заранее, Он обо всем позаботился. Вот возможно ли такое толкование на основании этого контекста? Да, возможно. А вероятно ли подобное толкование, что именно это имеет в виду апостол Петр? Я не думаю. И вот почему. Если бы Петр имел в виду, Бог избрал вас, потому что Он предвидел, что вы поверите, то тогда, согласно вот такому истолкованию слова «прогеноско», остается место для понятия свободной воли, согласно которому можно допустить, что человек, однажды принявший решение принять Христа, впоследствии отвергнет Его. И, как я уже вам говорил, вскоре мы рассмотрим это понимание свободной воли. Итак, если мы посмотрим на это с другой стороны, если Петр имеет в виду следующее: мы избраны на основании Божьего предопределения изначально, избраны к спасению, то тогда какой рисуется перед нами образ? Вы понимаете, это совершенно иная картина. В первом случае Петр говорит: «Ободритесь, потому что вы спасены, а спасены вы потому, и Бог все совершил это потому, что Он заранее знал, что вы проявите верность, что вы примете Его и поверите». Хотя, между прочим, все не гарантировано, вы все еще можете это все потерять. Ведь если вы участвуете в этом спасении, то тогда вы должны прекрасно сознавать, что вы можете все испортить, все разрушить, все то, что Бог совершил ради вас. Но есть и другой вариант. Да, вы страдаете, но вы спасены. И, между прочим, это спасение целиком зависит от Бога. Он решил вас спасти изначально, от начала вечности. Он решил вас спасти. И затем Он послал в этот мир Иисуса Христа, чтобы умереть на Голгофском кресте, и Духа Святого, чтобы Он совершил действие в ваших сердцах. И Бог, совершивший все это тот же Бог, который возродил вас, возродил к упованию живому. И Он тот, кто силою Своею соблюдает вас ко спасению через вашу веру, соблюдает к спасению, которое готово открыться в последнее время. Поэтому, несмотря на то, что сейчас вам приходится проходить через испытания, помните, что вы спасены, и ваше спасение целиком совершается Богом, не вами. Поэтому вы не можете все потерять. Бог все содержит. И вот посмотрите, как далее апостол Петр продолжает свою мысль в шестом стихе: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений».
Если Бог держит все под своим контролем, и при этом в моей жизни наступают какие-то страдания, я могу быть уверен, каким будет исход. Если же исход зависит от того, как я поступлю, и Бог это предвидит и определяет на основании этого мое спасение, то как я могу быть уверенным, что те страдания, которые я переношу, в итоге послужат высокой цели? И как мне представляется, эти стихи служат намного большим ободрением, если мы уверены, что все зависит от Бога, и Он все контролирует. И от меня не зависит мое избрание, и я не смогу ничего напортить. Ну а все-таки присутствует ли возможность толковать этот текст, первое послание Петра, первая глава, второй стих, как если бы он означал, что Бог предвидит что-то, и на основании вот того, что Он предвидит, принимает решение? Возможно так толковать, но более вероятным толкованием представляется иное, о котором мы с вами только что говорили, что предвидение означает предопределение, предизбрание. И аргумент не основывается на этимологии слова. Выбор толкования целиком основывается на контексте. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ну а сейчас, после того, как мы с вами обсудили все аргументы в защиту этой позиции, я хотел бы, чтобы мы с вами рассмотрели возражения, которые озвучиваются оппонентами этой позиции, а именно теми, кто придерживается армянского понимания. Но прежде чем мы это с вами сделаем, позвольте мне еще вам озвучить еще один пункт, пятый пункт. Избрание на основании Писания основывается на Божьем предузнании. Но это означает, если вы правильно понимаете Божье предузнание, что же оно в себя включает, это означает, что избрание основывается на Божьем решении. И это решение было принято от начала вечности, чтобы объединить нас с собой, чтобы достичь поставленной им цели спасти определенных людей. Поэтому Божье предузнание не оставляет условий вне Бога, которые могли бы вынудить Его поступить определенным образом, вопреки Его желанию. Что ж, теперь давайте рассмотрим, что говорят оппоненты этой позиции, что говорят с другой стороны. Но прежде, пожалуйста, какие у вас есть вопросы по поводу предузнания Бога? Да, пожалуйста. Повторите, пожалуйста, определение избрания. Конечно. Извините, если это прозвучало очень быстро, вы не успели это все записать. Избрание на основании Писания основывается на Божьем предузнании. Что избрание основывается на Божьем решении, которое было принято от начала вечности, решении построить взаимоотношения с людьми, с определенными людьми, и достичь цели спасти этих определенных людей. И на основании этого определения предузнание не означает, что Бог избирает нас на основании предвидения каких-либо наших поступков. Оно целиком основывается на Его изволении. Спасибо за этот вопрос. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Что значит «избрать заранее»? Избирать заранее — это согласуется с представлением о том, что Бог от начала вечности решает построить взаимоотношения с определенными людьми. И поэтому это решение никак не связано с Его предвидением того, что люди сделают, как они поступят. Вот библейское понимание предузнания
означает решение заранее построить взаимоотношения с человеком вне зависимости от поступков этого человека. Поэтому это слово на самом деле означает предопределение, предустановление, а не предвидение. Понятно? Что ж, хороший вопрос. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.